Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. И сегодня я хочу показать вам свои покупки. Ой, купила очень всего много, не знаю, с чего начать. Начну немного с продуктов. Как всегда, взяла вот сгущенное молоко. Ну, я его всегда беру, так что о нем говорить не буду. 55 рублей стоит. Нет, 51 рубль стоит. Ну, неважно. В общем, взяла. Взяла вот такой лавровый лист. Он совсем дешевый, иногда там беру. Он стоит 8 рублей, что ли. Не помню. Вот эти по 8 точно стоят для шашлыка. Я буду мясо мариновать, и мне вот такой вот приправа нужно было. И цена нормальная. У нас пятерочки, 12 рублей стоит такая приправа. А здесь 8 рублей. Почему не взять? Вот я взяла две штучки. И лаврушку взяла. Вот такой чай взяла. Это я взяла в дорогу своим ребятишкам. Они у меня скоро уезжают на поезде. Взяла им, ну так, средний вариант. Так, у них семья большая, 5 человек. Вот будет пить чай. И сгущенку, кстати, им отдам. Вот это им в дорогу взяла. 100 штук и 55 рублей. Ну, чай, обычный чай, конечно, он не сильно ароматный. Ну, за такую цену 100 штук, почему не взять? Взяла вот такое печенье. Вот пражское печенье сдобное. Вот оно внутри, оно так сделано. Как трубочка такой, там внутри начитка. Я, конечно, еще спрятать сегодня буду, но это тоже взяла им в дорогу. И вот такую печенюшку. Завидное называется печенье. Оно с начинкой внутри, как птичье молоко, и две печенюшки. Я как-то брала уже, нормально. Стоит по 51 рублю. Такие тяжелые пачки, я даже не знаю, сколько здесь грамм. Ну, прилично такой, тяжелые. Ну, не 200 точно грамм, больше. Нормальная цена. Так, взяла ребятишкам. Вот взяла цветные карандаши, надо было внучке. Вот взяла вот такую упаковку. 51 рубль стоит. 6,6 штук. Вот они вот так сделаны. Как сумочкой так вот. Она себе выбрала вот такой пенал. 77 рублей. Я его не открывала, не знаю. В общем, выбрала и выбрала. На замочке такой объемный. Не открывала, не знаю. В общем, вот такой пенал выбрала она. Вот такие резиночки. 2, 17 рублей стоят. Взяла упаковку. Такую упаковку взяла. 51 рубль стоит 15 ручек синего цвета. Дешево, почему не взять? Она выбрала еще такие фломастеры себе. Всякие разные цвета. Стоит 55 рублей. Вот. И здесь 24 цвета. Нормальная цена. Я себе, кстати, такие брала. Ну, там выделять не надо было в альбоме. Для себя брала. До сих пор есть, уже год лежат. И цвет не теряет ничего. Хорошее качество. Скотч взяла 25 рублей. Мне нужен был. Я иногда, если бывает, там вот беру. Здесь он 48 миллиметров на 24 метра. Клейкая лента. Ну вот, взяла. Немножко тетрадок вот по 3,60 взяла. А по 12 листов. Такие вот. Правда, не было в линейку. В линейку взяла. В линейку. Так, и взяла вот такие по 18 листов. 18 листов, они 8 рублей 50 копеек стоят. Ну, у них просто у меня ребятишки мальчики и девочка, и два мальчика. Ну, взяла для мальчишек машинки. А ей вот она взяла себе вот такие вот с собачками. Ну, разные вот с мотоциклами. Вот это по 18 листов. И внучка себе взяла три тетрадки вот с такой собачкой. Вот такой цветочки. И вот 48 листов. Стоит 17 рублей. Я не знаю, мне кажется, цена нормальная. Так, это что касается школы. Может, еще потом будем докупать, но пока так. Так, дальше у нас. Взяла вот такие внучатам маленьким машинки. Я одну такую брала, только был паровоз. А сейчас, видите, другие совсем. Такая машинка. И вот такой, как кран. Конструктор транспорт. Тут инструменты два.
Вот здесь вот ключ и это отвертка. Они так хорошо разбирают. Вот здесь вот прям вставляешь. Все-все разбирается. Остается только вот середка вот эта вот. Основная часть. Остальное все снимается. Так хорошо играют. Ну вот взяла им разные еще. Вот по 99 рублей. Пусть занимаются. Еще один аккумулятор холода взяла. Вот такой только у меня апельсинчик. Теперь у меня их два, как хотела. Буду брать мороженое, и если издалека нести, с собой возьму, куплю и принесу домой. Мне очень понравился тот. Вот, у меня просто был один. Вот сейчас второй докупила. 51 рубль стоит. Заморожу, буду использовать. У меня порвался кошелек. Конечно, этот кошелек ненадолго, но я взяла. Нормальный кошелек 55 рублей стоит. Вот здесь под мелочь. Нормально закрывается. Вот так два отделения. И вот здесь вот еще. И вот здесь под визитки по всякие. И вот так вот закрывается. 55 рублей временно взяла. Если что, потом внучке отдам. Вот такой кошелечек. Что не взять? Пускай будет. Так. Взяла, наконец-то я хотела взять красную скатерку. Ну, вот я тогда показывала, у меня была она такая с синими цветочками. У меня дочка ее забрала, а я взяла себе красную. Ну, вот такую вот взяла расцветку. Ну, я хотела немножко другую, но вообще их все разобрали. Вообще нету. Еле нашла, скажу честно. Взяла такой, буду пользоваться. А тут дочери отдала. Вот, клееночкой она. 199 рублей. Взяла внукам три такие простынки. Вот. Вот такой расцветочки взяла. Мальчишкам темные. Вот такие вот. Вот такой расцветочки взяла. И третий вот такой вот. У них полуторки. Вот всем по простынке. 99 рублей. Они уже у меня испробованные. Они совершенно не линяют. Мне они нравятся. Я им на дачу беру везде. Ну, дома у меня другие просто эти. Но ребятишкам в самый раз будет. В общем, взяла им всем по простынке. Трое детей у моей младшей дочери. Как раз всем по одной. По 99 рублей. Прекрасно. Так, дальше у меня. Вот такую взяла форму. Я, правда, в ней уже испекла. Испробовала, но не показывала. Вот такая форма. Такая большая, 28 сантиметров. Я уже в ней пирог сделала песочный. Прекрасно испекся. И все, и рифление, все отошло. Если хотите, там у меня песочный пирог был, не помню с чем. По-моему, с персиком. Ну, в общем, понравилась форма. 99 рублей принесла, испекла. И вот вам показываю, прекрасная форма. Можете, если кому понравилось, можете взять. Ну, конечно, она большая, 28 сантиметров. Тут не под каждое подходит, потому что бывает, что меньше нужна форма. Ну, у меня была порция, как раз подошла. Так что хорошая форма. Взяла вот такую емкость. Вот. Вот так открывается. Крышечка, смотрите. Прелесть. Почти 3 литра, 2,8 литра. Такая аккуратненькая чашечка. Мне она очень понравилась. Там еще фиолетовая есть. Может, возьму еще и фиолетовую. Хорошо закрывается крышечка. Вот так вот за эту вот так закрывается. Так, оп. И вот за это вот раз и открывается. Может быть, фарш вот размешивать или еще что-нибудь. Ну, понравилась мне форма, понравилась. Она не сильно такая широченная. Бывает, прям вот стоит, много места занимает. А здесь аккуратненькая такая она. Ну, в общем, я взяла. 77 рублей стоит. Взяла вот такие кружечки. Я их подарю дочери и зятю. Я три кружки взяла ихним детям, а сейчас решила еще им. Думаю, им ничего не взяла, они помельче. Вот такие взяла им. Сами разберутся, кому какая. Я уже им показала. Сейчас, говорю, покажу и вам отдам. Пусть пьют чай. Чисто так. Подарочек. Я люблю кружки дарить. И на работе всем дарю. И внукам, и детям, и себе беру. Они, главное, не ломаются. У меня их уже много, и не ломаются, ничего с ними не делается. Не знаю, у людей они лопаются, у меня ничего не лопается.
Вот такой чайник взяла, мне он нужен. Я не совсем под чай, там мне нужно, в общем, я хочу молоко вот так вот размешивать. Я кофе варю в турке, молотое, и хочу типа капучино, чтобы получилось сделать. Вот так делаешь, вот так вот. Вот так вот. И молоко взбивается горячее. Прям взбивается, взбивается. И потом все это соединяешь. Молотый кофе такой крепкий завариваешь. И молоко вот таким взбитое. Будет у меня капучино, каждое утро буду пить. Ну, когда захочу, могу и заварить немного заварки, когда у меня нету, если большой семьи, сейчас по дачам все. И можно в нем заварить. Ну, в общем, взяла, в общем-то, для этого. 99 рублей. Взяла вот такие емкости, вот, они под пищевые продукты, мне они понравились, на 1 литр написано, хорошо очень закрывается, прям крепкие такие, форма необычная, ну, что-нибудь с собой у меня муж на работу берет, может, я какие котлетки положу, не знаю, в общем, посмотрим, мне понравилось. Вот такая вот совушка и вот такой вот пингвинчик, главное, крепко закрывается так, хороший. Не знаю, я взяла, вот две штучки взяла, по литру, они, конечно, большие, ну, что-нибудь, или вот салат я по многу беру с собой, так что, может, под салат сделаю, ну, все-таки такие симпатичные, пускай будут, мне понравились. Взяла вот такой набор ложечек, у меня есть, ну, не надо, в общем, было такой наборчик, взяла именно желтенький, мне понравилось, ну, взяла. Буду пользоваться. Что про них скажешь? Наборчик и наборчик. Ложечки хорошие, нержавейка. Хорошо, ручка. Не знаю, я еще не раскрывала, но взяла. Набор стоит 51 рубль. Вот такой недорогой. Муж себе все-таки откопал вот такой вот, как мы хотели. Смотрел, чтобы прямо было написано слово «суп». Все, рылся, все, чтобы было везде, все везде красивенько, нигде никаких зазубрин не было. В общем, мы нашли вот такую чашечку супчик хлебать, а ту, которую я купила, себе оставлю. А он вот такую хотел, тогда был брак, он не смог взять. Вот я про нее и говорила. Вот видите, внутри она темная, вот. И вот такая вот, написано суп, вот. И вот он себе взял, будет супчик кушать из нее. Он рад. Так, и последнее у меня вот такие вот. Взяла еще две такие чаши. Одна у меня вот такая есть. И теперь еще две. Вот они у меня будут. Я стряпаю или что-нибудь буду сюда резать. Очень понравилась мне эта одна. И я решила взять еще две. И теперь у меня будет три штуки такие. С удовольствием буду ими пользоваться. 99 рублей, это 100 рублей. Ерунда. Кстати, здесь цветочек, видите какой? Вот у меня кружечка из фикс прайса, вот. Тоже такой же цветочек, вот. Такой же, очень похож. Кружка, кстати, ничего с ней не делается. Это я брала в фикс прайсе. Пью и два раза ее даже в эту роняла, в раковину. Ничего не делается. Ну, в общем, все мои покупки, по-моему... Да, я все показала, очень много накупила, ну, все надо, что-то себе, что-то отдам, что-то внукам, ничего не сделаешь, семья большая, у меня семья 11 человек, две дочери, пятеро внуков, два зятя, и мы с мужем за один стол сразу 11 человек садимся гурьбой, так что всем все надо, ну, вот такие у меня покупки. В общем, все нужное. Не знаю насчет сильно нового, но вот, ну, все надо было. Я очень довольна своими покупками, так что если кому что пригодится или что-то понравилось, пожалуйста, идите в магазин, покупайте. Ну, на этом все. Всем пока-пока.